Здравствуйте! Илья, Ярик и я в катке, Софья на связи. Софья, поправляйся. Да. А что такое? Нам тебя... Катя, ты заболел? Нам тебя не хватает. Катя, ты как себя чувствуешь? Мне интересно, просто сколько я типа, по меркам серии, сколько я уже болел? Если я ничего не подвину, то до 23 марта. Если подвину, то где-то до февраля. Джейсон Брок, детектор ЕМП, соль, микрофон. Я нормальный, Ярик, более-менее. Я сегодня повалялась, я говорю, в ванне в горячей, мне хорошо стало. А я сегодня прям... день пил черный чай с имбирем и бегемотом. Она прям горячая была, чтоб ты понимал. Я там сварилась. Люблю купаться в такой воде. Я тоже люблю, но мне кажется... Заболела? Да. Мне кажется, счет у меня будет огромный за электричество. Тьфу, за воду. За воду. Горячая. Это уже, по-моему, третья ванна за месяц. Сегодня? А. А мне для руки полезно. У меня рука расслабляется в такой воде. Палец меньше. А? Берешь тазик, кладешь туда руку и... Ой, у нас доска. Не, ну мне хочется полностью, что такое. У нас, кстати, нет матрасов наших людей. Тихо, она ржет! Над кем? Она ржет! Значит, не надо. По-моему, это детская. Чего? А, я сказал, ты хотел сказать, что я пил людей черный чай с белым лимоном. Мне тоже так полегче стало лучше. Вы что, все заболели, что ли? Чё за ха-ха, я не поняла? Ну, мы просто после поездки это... Тут? Насморк начался. А сегодня температура под 38. Ярик, у тебя термометр орб есть? Орб в ванной на втором этаже. А, ну рядом, рядом. Обидно, Софья, обидно. И Кость тоже тут. Ну... Угу. Надеюсь, что все быстренько пройдет. Говорю, хохотала. Не зря она тут хохотала. Она здесь? В ванной. Угу. Скажи, не молчи. Хоть что-нибудь мне. Я вспоминаю последний... Ну, чё? Что такое? Нет. Так у нас вообще ничего нет. Ширма хоть есть? Орк у нас. Ширма есть справа. Я думал, вы. У нас лазерный. О, отлично. А я не понял. Он у нас... Нету этого... Порошков. Порошков нет. Порошков нет. Инструментов нет. Под лестницей нет. Ширма есть? Ширма справа есть. От матрасов нет. А, ты сказал. Нет, а ширма на втором нет, что ли? На втором справа. Ага. А внизу есть? Ширма? Да. Нету. Кажется, ну, вроде как нету, я не помню. А, подождите, за комнатой близнецов, может быть. Комната близнецов, я вроде там был. Бляха! Нет, там нет. Там нет, там, да. Опа. Ой, только иду. А зачем? Микрофон ножу. Есть. Ножу. А есть? Микрофон себе. Засек. Да. А что ты засек? ЕМП и соль осталось. Соль вы взяли? А ЕМП где? Соль там лежит. А ЕМП? ЕМП тоже там лежит. Нет. Просто че. Бляха, пропустила. ЕМП есть. Как есть? Соль осталось. А, ну, у тебя раньше, чем у меня, оно сработало, прикинь. Это не у меня лагает, это у вас лагает, я, что ли? Я не знаю. Ой, МП, да, орёт. Вот тут сфотка вот. Распятие. Не, если фотка. Честно, то я вот эту катку допройду и все, потому что... У меня просто хорошо. Звук пропадает секунды на 3, наверное. Потом опять появляется, потом опять пропадает. Включите новый фотик, пожалуйста, новый фотик. Несу. Несу. Стараюсь. Это не я, Катя, это дождь. Чего закончился? Ух ты ж, блин!
Нет, тут есть ширма. Ого, сажал так крест полностью. Банши? Два раза сажал, и этот еще. О, это банши, это банши, да. Приятно. Так, я все нащелкал. Надо новый фотик брать. Это банши, походу, потому что один крест полностью, второй наполовину. А что у нас пишет просто? Лазерный, да? Лазерный орб. А, понятно. Наша любимая пачка. Святая пятерица, да? Все, соль есть, все есть. Идемте фоткать и убегать. Кого ты будешь фоткать? В журнал посмотри. А что? Ага, уже все, да? О, ну я хорошо нафоткал. Это все я сделал. Понятно. Все, уезжаем? Или точно определим? Точное определение будет. Да точно мы точно не определим. Ну да. Единственное, мы можем просечь, что это, например, Райдзю, если он будет бегать, например, ускоренно наверху. Ну, для Райдзю я бы сюда вот, например, лазерный поставил. Вот сюда. Ну-ка. Можем еще попробовать постоять в разных углах и посмотреть, за кем она бежит. Не, ну, распятие так может есть, но только если два. Если вы говорите, что после благовония она скидывается, то в этом нет смысла, потому что она просто будет скидываться все время. Нет, я вот к чему. Это... распятие тут может жрать так активно только два призрака. Подождите, но... Юкай и Банши. Тогда, смотрите. Ну, Ярик, выйди, давай. Я хочу просто спросить, правильно ли я. Если, допустим, стоим я и Катя в разных углах, она выбирает меня, я зажигаю благовоние, она переключается на Катю. Я могу стоять и ни хера не делать? Да. О. Она мимо тебя просто пробежит. А, подожди, 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 подожди. А я ничего не слышу. Благовоние же делает. Вы меня слышали? Да. Слушай, да, я да. Ничего не слышу. Так, так благовоние же действует на весь дом, да? По идее, даже он не увидит Катю. Нет, ты не понял. Не, ну... Илья зажигает, она переключается на другого игрока. Переключается на Катю, да? Угу. Она же должна переключиться, или она может опять же затриггерить меня, если я рядом буду? По идее, может и тебя. Блин, тогда я не понимаю, как вообще ее по этому признаку определять. Получается, ее признак не работает. Вообще, я предлагаю... Может, встанем в разные комнаты? Встать в разные комнаты? Заодно послушать, может, это Райди? Типа, Катя там, это, и Илья вот здесь на столовой, а я в прятке. Ну? Давай-давай! Я что вам это даст? Ты дошел? Ну, она я либо на тебя побежит, либо на меня. Она свет выключила. О-о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 ! Ну так она побежит на тебя. Так это Райдзю! Да, она бежит ко мне. Это Райдзю! Ярик, где прятка? Я бегу к тебе. Справа наверху. Ширма, ширма. Ширма. Ой, она бежит за мной, зажигай! Зажег. Хорош. Она у вас там бегает, да? Да. Да, нам жопа, походу. Нет? Или Тае. Да, 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 да. Нам жопа. Охереть. Сорян, Ярик. Это Тае, она какая-то очень быстрая. Не, мне показалось, что она замедлилась, когда к тебе побежал, нет? Не увидел это. Сори. Тише, Джейсон. Бежит к тебе, Кать. Идет к тебе. Тихо. Все? Мне кажется, она в ванной быстро бегала, мне кажется. Я, ну, я тебе говорю, на радио похоже, как будто в ванной быстро бегала, а потом замедлилась. Она что? Она очень быстро догнала. Она ушла, что ли? Да потому что там лазерный стоит. Да, да, все, конец, 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 конец. Там же лазерный стоит внизу. А ты где, Катя, Катя была? В ширме. А, лазерный внизу, блин, а зачем? Чтобы слышать, потому что я нихуя не слышу там, в прятке. Как будто тебя из-за этого убило. Потому что я зажег благовоние, но это вообще мне никак не помогло. Потому что он тупо меня... О, бежит. Бляха, зачем я осталась? Я тоже подумал.
Ой, мне ГГ. Ой, мне ГГ. Нет, пока что он не ускорился. Он не ускорил. Ой, мне ГГ. Это да, он особо не ускорялся. Ой, мне ГГ. Нет, спускается, нет, спускается, это нормально. Все, конец, Катя, Катя, уходи быстрее, уходи, уходи. Уходи, а уходи, мне Катя, почему-то уходи. Кажется, что все-таки Райдзюха. Я думаю, нет. Илья, ты что думаешь? Мне это тоже, ну, Ай. как по мне, она ходила вообще одинаково везде. Одинаково быстро, да? И, да, одинаково быстро. И когда нас Яриком убивала, она у нас в комнате тоже быстро ходила. У нас не было ни фонариков, ничего. А, ну значит, АЕ. То есть она тут ходила с тем же темпом, что и везде. Точно не Юкай, да? Ну, ТАЕ, наверное. Ну, поехали тогда. Да? Да, давай. Уезжай. Оп, радио, да. Блин, то ли радио, то ли ТАЕ. Вот, точно ускоренная, быстрее, чем все остальные. Ладно, пусть будет ТАЕ, вроде как быстро Бакш, ходила везде. Бакши тоже ускоренная. Ну, чуть-чуть, вроде как поменьше, не знаю. Да, ТАЕ, ТАЕ. Отлично. Ой, класс. Отлично. Если бы еще вы не умерли.